Сдача крови – благородная миссия. Неудивительно, что выполнить ее взялись представители благородной профессии спасателя пожарного. Для начала вводный инструктаж, затем необходимые тесты и заполнение документации. Как и во многих добрых делах, инициатором стала областная организация Красного Креста. А самую ответственную часть взял на себя медицинский персонал Брестской областной станции переливания крови. 14 июня во всем мире отмечается День донора. И, наверное, замечательно то, что происходит сегодня на территории аварийно-спасательного отряда Брестского областного управления МЧС. Наша организация выступила с инициативой организовать сдачу крови. И, наверное, благородно то, что Брестское областное управление МЧС и Брестская областная организация Красного Креста имеют долгое плодотворное сотрудничество. Поэтому руководство управления откликнулось на эту просьбу. И сегодня вы видите, как массово офицеры, прапорщики, бойцы системы МЧС пришли для того, чтобы сделать благородное дело. Медики-профессионалы действуют четко и слаженно, а пожарные спасатели здесь спасают человеческие жизни. Ведь донорская кровь нужна смертельно больным пациентам, тяжело раненым и при проведении сложных хирургических процедур. Смелых и отважных сотрудников МЧС не испугать пожарами и наводнениями. Тем более не страшна для них процедура забора крови. Здесь и новички, и те, чей опыт донорства перевалил за десяток. Сдаю 16 раз. Кровь. Считаю, что это полезно. Люди попадают в больницу, на операции. Как бы всем нужна кровь. Если я могу сдать, я сдам. Чувствую себя хорошо, никаких побочных отклонений не ощущаю, все отлично. У донора производится забор 490 мл крови, 20 из которых идет на анализы. После процедуры каждому выдается набор продуктов для восстановления сил. Сегодня они спасли чью-то жизнь после аварии, операции или тяжелых родов, отдав пострадавшему свою кровь. Это благое дело, доброе. А хорошие дела всегда возвращаются к человеку, возвращаются сторицей.